Кот бегает типа щитомать. Гима. Да. Звездочку. Я не знаю, здесь... Парень, которая выходит, кто ловит его? Здоровый такой, с много ног. Это Юля. Подожди, звездочку. А, тебя резно? Да. Ее тоже надо говорить, откуда он выходит, чтобы она бежала. Но он сейчас вышел, фернул, бедон умер. Чего не могу. Ну, от него отбегать надо, он под ногами фиряет. 15 метров радиус. Фиряет каждые 2 секунды. И призовы тоже поднимите. А его там вроде резают. И Леху. Один валяется. Пойдем. Леху. О, ебать, он там в калюже валяется. Давай, я буду. Давай я выну шашлык. Я варовское мясо. Кто-то дышит микрофон жестко. Ну, Саня это делает. У меня нет ассиста. Пригласите Костя, Слава. Пихаю. Ой, Костя, Леха, пихаю. Да. Шкаф. Типа мордаун просто получит. Ты просто вместо мордаунта станешь, получается, в этот. Не, просто нет, вместо мордаунта станет этот тон. Хуй! Подожди, стой, где Жанди стоит? Жанди стоит где? В центре он стоял. Ну, типа, в свободном плавании. Не, сейчас мы его просто в луну поставим, он там будет... Ну, мне кажется, просто будет располовить, можно будет, знаешь, как просто выгоднее будет располовить, типа, ты помогаешь, типа, хилить... Джандис просто встанет луна, в луну, а Бидон, луна. А Бидон встанет в этот... Где он, блядь? А, нуль? Ну, или Бидон так? В я... Бидон в треугольник. Ну, или так? Бидон так, треугольник. Тоже. Джандис к луне привязан. Свою пачку хилить. А мордаунт свободный. Вот, на мордаунте так. Квадрат, типа он такой с травой. Вот так тоже заебись. Ура, негр свободен. Тихо, нахуй. Нихуя, солнце еще высоко, работай нахуй. Добби дали носок. Дайте столик. А можно рыбный пир на весь мир? Рыбу, да, можно, пожалуйста. Исчезла эта Дживс. Благодарю. Рыбу ешьте. Там, да, Лингрена не забывайте. Держать тоже надо. Он в центре где-то, да, будет. Могу держать. Падаю. Тыкните. И, кстати, это... Так, крути рыбу, жрём. Давай. Со мной бодишреддер бьет. Да. Или нет? Да. Во втором трае его не было рядом со мной. Слава, иди бери. Тебе там поставили штруделя. Кстати, стал небольшой вопрос. Никто не знает, Леди Вайш еще можно забагать, чтобы она в аду точку ебашила? Нет. Уже нет. Уже не, да? Хуёво слушай. Это фиксанули... Как называется эксперименталь? Нечестивый кто-то. Он так и называет, какой нечестивый дурень. Нечистый, ну, или нечестивый, да, что-то такое. Не мытый, блядь. Пузырь какой-то, да. Не мытый, блядь. Грязный, в общем. Нас его. Нечистый элементаль. Нечистый, да. Все правильно. Паника, взрыв разума, нахуй. А нет. Чья звезда, я так и не понял. Войт, моя. Войдала звезда. Поставь на себя звездочку, чтобы я видел, что у меня это понять. Кому там усиление давать, помочь. Селект один. Ну вот сейчас, как по мне, супер идеальный сетап по хелам, блять, вообще, нахуй. Нет, идеальный сетап по хелам — это 25 паладинов. И все хапало, да? И все хапало просто. Не всех опало. Аек, смотри, смотришь на свои редфреймы. И смотришь, на ком хили метка, в такую метку ты идешь, в той пати. Ты идешь вместе со мной? А почему? Он со стелс идет в печеньку. А, ты со стелс идешь, все. Я там сделал, чтобы другие домилики были, чтобы... Чтобы ему легче было на ходках держать, они же более живучие. Ну, они такие более жирные. Вот держись с кмиликом, ну чуть поближе, чтобы от них у них молитва улетала периодически. Ну, допустим, вот Керус и этот Керус и Урги, они такие, они более подвижные, они чуть дальше должны стоять. То есть, если зеленый будет где-то в кружке, они могут, ну,
прибежать и дать рывок там. Ну, вмешательство своих, там... кот там на спринтах может помочь быстро убить. От этого вы все там... зависит. Это самое. Вы же там слоны тоже подтягиваетесь, если там полно треугольник будут эти самые немытые, блядь. Ну, ближняя метка помогает. Ну, типа да, луне да. треугольник помогает, треугольнику, ромбик и луна помогают. Вот. Ромбику кружок и треугольник. Звезде только собой. Кружок. Это все само собой. Че, все готовы? А то Лингер, держи меня по этому, по ревностному, если что. Да я чё-то. Подруга, two, иди сюда. Подружание такая, да? Давай, ну, подруга. Подруга, схвачу тебя. Ты знаешь, я... как нас было ни одного прока. Блять, а где Радник? Не, мужики, это да, надо опять нахуй. Радник, сука, ты где? Ёбаный в рот. Хули ты стоишь? Радник бежит. Радник, сука. Классическая тогда. Рефлудить. Пиздец, он вообще не тут нахуй. Вы можете прохиливать? Прохиливать, куда? Хилим, не боюсь. Может раздуплиться. Он не здесь. Он за комнатой. А что он там делает вообще? Два лайбер. Встал, побежал. Сказать же нельзя, блядь. Я что-то тупать вообще не могу похилить, я их не достаю. Ты где стоишь? Я со стороны звезды. Забей нас, будем похиливать. Хорошо. Нет, я ближе подойду тебе еще, как можно. Так достаешь. Так достаешь? Да, нормально все. Угу, заебись. В трусах ты сам убить, он там справа. Угу. Смотрим на нечестивого, должен скоро появиться. Нечестивого звезде. Ой, в кружке. Помогаем. Странник вылез с луны. Ну быстрее. Лутайте. Его ж тоже заливать же надо, да? Да нету ничего. Ревностный. На Лингрене. Все, вижу. Блять. Ева. Че? Медаль эфира. Скоро нечестивый. Там все упало, вторую группу не хилит. У нас нечестивый. В трусах. Трусы. Я на вторую группу перехиливаю. Большая ваша. Че, есть с ним что-то? Или не успели? Там мы точно успели. Но, не знаю, мне ничего не было. Полтора пати упало. Ну, надо с какахой разобраться. Терпите, блядь. Я потом... сразу прыгнул туда. Непонятно. Я прям, ну, на блинке сразу. Да, он умер быстро. Я подбежал, он уже мертв. Блять, у нас там.
кто-то утонул ее, нет? Нет, она ее не выпала. Я сразу под блинк туда. Заебал. Я сразу, ну, блин, может, ну, с лутом понты? Сейчас попробуем. Чтобы точно потому что этот потерять. Очень быстро умер, типа. У него там оставалось 15% хп. Я уже блинк вжал. А с этими странниками, нахуй, что вообще делать с ними? С ними ты ничего не делаешь, с ними Юля делает. Ну, надо в центре водить, нет? Ну, от них бегать надо, вот как я понял. Их надо провести. Потому... Их надо водить, уводить, потому что он ходит, блядь, травит, я так понял, и этого отфиряет. Просто ко мне он сейчас подошел такой, на-ка, плюху на 58 тысяч, я такой, понял, спасибо. Нет, в смысле, Юля его по большому кругу водит, где мы стоим, а его, по-моему, надо водить по маленькому, где Вайша, нет? Но Юле сперва его, видимо, спулить надо все-таки. Надо, поэтому, если надо, ты видишь, надо, блядь, подвести, это... надо подвести его к Юле. Ну вот, а Юля где обитает обычно? Вопрос, Жарник, ты тут нахуй? Тут, блин, че вы? Хули ты в каше? Меня не суманули, я пишу пешком бежать. Так сказать? На проверке жал нет. Микрофон, два раза проверка. Слава виноват. Ну был отключенный. Блять. Незадача. А решение? Ну, кстати, проверка это... нет. Пульс закурили. Вот с капалами как будто поприятнее уже, вот получше выходит. Да, надо с какахой разобраться, где какаха, блядь. Ну, видимо, из-за лута, я думаю. Чем ответственный посмотрим? За добычу. Слава. Че посмотрим? Вот это... на Юле крестик. Давайте, я знаю, как сделаю, я просто буду сидеть на печеньке, пати печеньки и пати ромбики, потому что вот это я беготня моя, это полная ебатория. Ну... Да считай по возможности. Крестик это че? Ну, у меня сейчас все было хорошо в рамбе. Слава, крестик, это что? Ну, в рамбе тебе было хорошо. Ну, чтобы Юля там водила этих петухов. Тебе хэпал еще помогал. Да, ну, такая хуйня. У нас, типа, на подстраховке два хэпала ДЦ. Я бегу, после дурачок кидаю там. Ой, вернее, хэпал ДЦ, вернее. Так ты бегаешь по кругу и всем шелды даешь, что не так. Да, да. Там прикол, что, блять, меня пробивают, блять, все просто пробегаются по кругу, блять, там столько ебало влетает, мне страшно. Тебя тоже хилит. Так ты себе шил тоже хилит. Сизующий. Сизующий, полторы секунды, ладно. Ну, ебать, Ника стоит там, блядь. Короче, ладно. Гоша, сделай, чтоб красиво было. Две ты... метки не надо, ты три метки можешь. Вот, там сектор просто, который ебашит, тот, блядь, там вот, помогает. Вот где кружок, тут стелси не справляется, постоянно сдыхают все. Вот ну, я помогу немножко. От кружка бегай, звезду щитанул, побежал ромбик щитанул. И мимоходом кружок. И все. А там, я не знаю, там в треугольнике кто там. Я просто не знаю, может на Т4 одеть там просто, бидон. Чтобы... А Т4 получше будет? Ну там доп, больше, ок, доп, но меньше щитов. Этот, нету приста бафа. Там захила больше. Чистого, циферку. Да, ну, тут смотрите, тут смотрите уже как бы что лучше. Либо типа больше абсорба, или, блядь, больше щитов. Т5 лучше здесь. Кто его знает, блин? Т5? Дайте мне стамину, можно точечно. У тебя есть стамина. Наконец-то ХПС. Неаполитан вообще стоит нахуй уже в звезды, ой, это, в луне, вообще не за бафами, просто каска кулак. Ну потому что подойди сюда. Ну я побежал за стаминой и за бафами от луны. Прибегите сюда, вот к этому кружку, хули вы там стоите. И сейчас, ну, ренджа есть у бафов, и бафать заново надо. Нахуй вы там стоите. Прибегите сюда, чё вы там, блять. Мобы, что ли, выходят на первой фазе, или что, не понимаю. Ну, блядь, оттуда потом дольше бежать до луны. Сначала мы в круг забегаем к боссу, где вот квадрат, крестик, здесь вот, в 20 метрах круг. Они по краям стоим. На край мы бежим со своими хилами, когда босс на 72% уже смотрим в свою сторону. А не сейчас. С пула не такая расстановка. Ну, бафайте, чё? Брай, а ты чем нахилил-то столько? У меня девочка-подруга хилит. Подожди, у нас получается один мордаун только бегает, да? Ну типа по полю. Да. Как дотик бегу, блин. Нормально, кроссфит.
Ладно, я думал подругу, я думал другой mm-hmm. предложить, но раз так, тогда похуй. Че там долго АФК будет? Я не знаю, с таким АФК я хуй знает. Че вы? Уснули что ли? Все готовы. Зовет что. 5, 4, 3, 2, 1. Ну тебя ты как сколбасил? Залп. Мага берем или... Мэтфорг этот, Мэтфорг с берем. Давай я только стоять сейчас. Ну сначала бер кинет. Вставай, вставай, вставай. Да может быть все время такой босс. Но мобов мало времени дается. Все, фаза пошла. А пиздец. Там ближайший дрюдк стоялся. Злейте иннер. Он, похоже, там ставит уже. Так, скоро появится. Ромбик, ромбик. Помогаем. Трусы убежали туда. Кирус, потом будет время, лестишь в рей опять. Ну чё, пати стелси, Мардан, ты помогаешь, нет? Да, блять. О. Есть что-то? Надо бы. Меня убило. Ты ее получил, но тебя убило. За лута все-таки, да? Да, скорее всего. Походу. Ну ресницы. Но не всегда. Я кидаю ее, ну по приколу. Так ты ее не кинешь, она пропала. Она лежит у меня в рюкзаке, я ее вижу. А ты засейвил? Срок действия 5 минут. Ну. Так давайте ляжем и заново начнем пул. Так типа, давай мы лестники просто его. Так не интересно. Бер, дайте, Кер, забер. Счастливый, вон, второй появился. Там с трусов странник вышел. Ну ладно, я пытался. А. Нормально. Ну все, у нас уже Вилаш лежит, у нас уже все там пизда. А кто яды кидает? Падайте. Большой чувачок, скорее всего. О, призом. Вот, из-за лута это все было. Слава, сука, все руинит, пиздец. Скажи еще, что в рейде это не берутся эти предметы квестовые. Конечно. Ну все, ладно, с этим разобрались. Нахуй осталось разобраться, как выжить. Как жить? 130 тысяч я ебал, отвечаю. Ну, ладно. Есть варик. Бля, ладно, хусим, я скорее крест. У нас же СС есть один. Ну и как ты хилишь? Где ты бегал сейчас? Я бегал по всем меткам, поверь. Но из-за того, что половина челика вверху, половина внизу, я просто не могу достать до них.
Ну то все. Это как на корабле багается какая-то хуйта. Не знаю, может у меня такая хуйта. Давайте сделаем так. Вы милики стойте. Вот диметки стоят, там и стойте. Ну, мордаун нормально нахилил. И не заходите вниз, пока зеленого не будет. Как только зеленый будет, тогда говорите, где зеленый, и уже идите вниз. И тогда уже хилы обратят внимание, что там надо похилить. Ну вот мы на зеленом сурге сдохли. Ну, потому что ну, хилы не обратили внимания. Нужно, чтобы, если, допустим... Ну, у меня фир был. Фир? Ну, ты не можешь от моба отойти от большого? Нет, он шел, я хилил. Надо отойти от моба сначала, и потом уже хилить. Тотем ебу. Да он наглится на любой хил, ты отбежал, он такой, опа, хил. Сейчас тебе ебало сломаю, и все. Консилятор, он пишет, порченая магма осталась у него. Ну, может, с пола исчезнет, чудо. Да, да, да. Оружие тоже остается на келе. Даже если не исчезнет, пока мы встанем, пока забафнемся, пока рыбу поедим, уже все это пропадет. Давайте Славу как пахами покидаем. Да, все шкаф там в рейзе суманить надо. Да, сейчас, без проблем. Нам надо лок поднять. Она не кидается. Ну тогда же фаза не началась. Так он ходить может, в смысле. Пипец. Она же, у нее же эффект такой, что тебя парализует. Я понимаю. Вилания, ты там что, лежишь? Тебя не подняло? Че, подняли уже лок? Тогда я встану сманить. Твоя далеко. Ну тыкайте. Вот я сейчас прям максимально стучаю, по-моему, гоблину с аркеткой. Ну еще раз тык. Да, я по. А нефиг Эридару делать бесполезного Эридара. Не, Эридар, блин, хрен с ним. Я скучаю по ракетке, которая меня хилит. Ладно, бардаун, смотрите. Там же с этих, с обычных раз никто не хилит себя какими-то способностями. Undead. Ой, нет, это как Undead, да, и этот... О, Зандалар, надо идти тело за Зандалар. Зандалар, да, 40% захуяривается. Ну, еще прикол, Артем, у тебя с Undead будет 3% СПД на весь бой. Плевать, не хочу умирать на маге. Так там-то прикол, что Undead, смотри, у тебя Зандалар хилит от твоего ХП количественного, а Undead у тебя, наоборот, 40% от твоего СПД, то есть он даже больше выйдет. Так Зандалар хилит, а не дает СПД, ты дурак? Нет, я скажу тебе, смотри. Зандаларов активка 10% хосты и 40%... 12 крит урон, 12 хосты и 40% ты хилишь. Но 50. у Undead'ов там веселее. Там хилка... Типа... Пристабав можно, Гоша? Там тоже активка есть, она хилит. Спасибо. 400% от СПД твоего. Да, она хилит, но урон. То есть там у тебя даже может выйти так, что ты будешь флоу весь бой стоять под этой, ну, за хилкой. Вот и все. КД, по-моему, 30 секунд или минуту. 30 секунд. Вот, или 45, что такое. Но он она... деда? Профитнее, да. Минуты же нет у них. Ну, даже если могильное касание. Да ладно, пошли. У нас пол, может помолчим, ёпта. Помолчим, блядь.
Че нас так хуярит? Ждем где? Луна. Далеко. Странник. А мне кажется, сейчас она просто один сектор только хуярит и все. Магнум, подожди. Ну, взятый. Перекидывай. Взятый. Я стою возле столба, кидайте быстрее. Мэтт Фокс, Димон. Мэтт Фокс. Там бидон откисан. Левый дипон. Закинул. Сейчас снова уже появится. А, я не достал. Бля, я бидон ушел, это бидон ушел. Ну подойди просто, затестим хотя бы. Мэтт Фокс, пойди садись на бидона. Нету. Да все, ты врубил. Ты видишь, нажал, отрубился столб. Да, три столба. Видишь, три столба. Ага, все, понял, как это выглядит. Лингрена захильте. Три моба жестко уже. Вот, еврея порченная марка. Похлел вставать. Ну, я умер, не было никого рядом. Все убежали. До меня Фил просто хуярило. Да я до тебя не успел добежать, я к тебе начал бежать, а ты уже, блядь, все, ну. Ты уже, ну, как бы все. Ебать. Хилы у нас не справляются по итогу. Ебать. Ну, может, надо хилатия создать тогда? А? Ебать, сектант плюс карта дерьмо, ебаная. Фалангиров не хватает просто. Да, может, тебе надо создать хила тогда? Без фалангира, может, справишься. Че, горишь, Лех? Думаешь, говорю. Вот только что одел, блядь. Я на крит. На бурсте, блядь, нахуй, сука, 18 тысяч, блядь. Ну, тогда. Говорю, одевай на крит. Надо сектант гром, вот сектант гром, прям супер заебись. Вот это охуенно. У меня сектантом 58 крита, когда у нас так. Так что мне не надо ничего накрыть. Ну, смотри, сам. Да если, конечно, пощупаем кашечку, дали там 68%, да. Тут кое-что. Так что сектант плюс хостовую трия нет смысла носить. Ну, какой-нибудь рейс. Так ты обычным ресом рейс, не аниме с ресом. У нас на мас рейс. Мы нас ресали недавно. О. Я ресаю нахуй взятого. Так что, блядь. Взятый можно сразу в шкаф ставить, чтобы да. Присумать прекрасного мага. Я говорю, она бьет как-то хуёво, она бьет как будто в один кемп. Видите, потому что раздвоенная молния, урон. Рарник, признавает лайт, АЕ, консерва, стелси и вилаша мардаун. Все. А все остальные так просто по писюнам получали. Так она и выбирает какую-то из сторон. Смотри, в том прикол, что она хуярит только в одну сторону. Ну, сначала в одну, потом в другую. Так нет, смотри. Да что нет? Что нет-то, блядь? Там анимация даже есть, как она бьет. У тебя вылетает, вон, в круг, между круг и, что там, ромб или, блядь, ну, желтой меткой. Вот туда полетели раздвоенные молнии. Я сам себя на 1150 выхилил. Смотри, этот, взятый, видишь, люди без экрана играют у тебя, прямо перед тобой. Два человека, которые без экрана играют. Ну-ка, видикон, им не нужен экран. Урон раздвоенной молнии. Два человека без экрана? Тима, ну, у меня очищен этот. Давай. Просто что-то у меня показывает, что раздвоенная молния. Давайте присумоним. Лок уже шкаф там поставим. А это, Леха, это кто нахуй тут? Ну, если так уточнять, то... Ну... Ты имеешь в виду интерфейс? Нет, просто шкаф стоит, и люди что-то делают возле него. Ну я ресы, наверное, стою, блядь, ну, наверное. Да не про тебя. Из экрана, нахуй. Типа вот у меня раздвоенная молния, тыкайся. Только по... Дамажал, да хуя только по 6 целям. А можно суман? Почему-то. Чебай. Может, она бьет в ближайших? Я не знаю, просто вот у меня 6 целей написано, раздвоенная молния. Тыкните на суман. От 200 до 300 тысяч. Просто я такой, я не знаю, типа, что за хуйня. Наблюдая за, ну, за боссом, короче, я видел, что молнии летели, вот, ну, в первую пати. Блять. Да, где воид и где да, этот да. Стелси, все. Да, и, короче, одна, знаешь, молния такая раз назад бьет, короче, в противоположную сторону.
Ну да, либо это баг какой-то, либо это так и должно быть, что типа... Да просто не повезло ему все. Хуйня какая-то. Короче, поменяемся местами с хилами тогда. Попробуем два хапала стоять с одной стороны, и две частицы на Лингрене будет, то он точно не сдохнет. Вот, но те, кто в первой пати, во второй милике, вы вниз не спускайтесь, напоминаем. Вот вниз, на ступеньке туда не спускайтесь, стойте вот на вот этой ступеньке, чтобы мы вас хилили. А с говном что делать? Говно само подойдет, а на зеленого только тогда бежим. Здесь уже... Ну, не лучше люди, нет? РДД убьют мобов синих, у них не так дохуя хп, у них не миллионов хп, у них 100 тысяч хп, там сколько. Не надо бежать. Каша, туда. Да, блядь. Если вы бежите туда, вы сдыхаете. Поэтому... А тот, что Лингрен мобов держит, их убивать не надо? Который надо держит Лингрен, но в РДД есть у нас МВП Хант, в пачке кружка есть АЕК, вот. Они могут подбивать, и боди еще бьет. Ладно, Лёха, работаем, блядь. Ну, типа, просто на зеленом как бы фокусироваться, а в остальное время надо их все равно подбивать, мне кажется. Потом сейчас три штуки были, почти все фуловые. Не, пить надо, да. Ну да, не танков прохлёстывать. Так, сейчас еще, значит, тут 4 дамагера. Сюда тогда РДДшник возьмем. Возьмем, наверное... Заломаныч как раз вместо Эвилаши. Вот так нормально будет. Значит, в кружке вместо Эвилаши Заломаныч. Эвилаша, она у нас вообще свободная. Вот теперь у нас тут 3 дамагера. Теперь надо дальше побольше. Да, ладно. Давай, Заломаныч, там цепуху расчехляй. Что-то ты расслабился. Присты бахните. Ни одной цепухи, Заломаныч. Ты кто, дамагер, что ли? Ну, вроде как, ну, да. Теперь сторона, где два хпала, должна быть посильнее. Ну, должна точно не сдохнуть. Сторона, где ромбик, там хилит бидон. Вот, плюс классы такие. Авелания может подхиливаться. Кирос может подхиливаться. Дартис подхиливаться может. Сейчас ты мне спикершама сделаешь. Надо хуйню придумывать. Этот, ладно, короче, я в треугольник, ушел тогда на... В треугольнике будет стоять стелси, и вот нужно как раз страховать между треугольником и ромбиком. Потому что там два эршама, им проблематично это все делать. Вот, а друид-инвалид, я думаю, со своей стороной луны справится, потому что там есть неаполитан. Ну, с тремя справлюсь и буду стелси там попробовать. Там, ладно, у тебя, там у тебя хант, элем и сова. Ну, элем и сова могут себя хилить. Вот. Ты хилишь себя, ханта, их хватаешь. Мардаун с тобой не стоит, он бегает. Он бегает в треугольнике и в ромбике. Вот так должно получше быть. Надо не забывать, что классы, которые могут хилить, совы, ретрики, они должны, ну, хилить. Потому что если вы рискнули спуститься вниз, хилы, если за вами побегут, они проебут все. Весь рейд проебут. Эльбу ставил, нет? Не ставил. Ставим. Попробуем еще раз. Че за ломаночек будешь сидеть? Один их прибивать. Надо офнуть нахуй вот эту хуйню. Все готово. Не займя офнуть. Я тебя офну нахуй. Все офнулись нахуй на трай. Кирилл, срез из этого. Каску лапу приставал. Thank you.
Да заебал ты там пиздеть. Три процента. Пошли бы мы с тобой. На Лингрен частицы. Что с ромбиком? Помогите ромбику, захитите как-то его. Этот, ты, Гоша, там бегаешь вообще или нахуй? Бегу, ну бля. Кружка, в кружке, я в кружке этот самый нечистый, блядь. Как ты бидона проймал? На Эйджи Дис. Ну как, я даже хил, я думаю. Я же не везде могу достать. Тебе надо между кружком и треугольником бегать, там стелси и бидон. Аеку перекинул, аек перекидывай, аек. Ой, блядь. Ревностно. А, понял, все, падаем. Да, конечно, падаем. Вы хоть на плашке рейда смотрите, там хилы падают. Игра нахуй зависла. Дон, как ты сдох, можешь объяснить? Там вообще кто с голосом есть DC, кто в ромбике стоит? Что там у вас происходило? В ромбике здесь... там вот я вела. Блять, вроде бы должны люди понимать, где надо стоять, чтобы хилы доставали. Причем сдох сам пидон, себя не хил. Ну как так могло произойти? Не про хил. Блять, а ты сам хил. Хил, говорит, не про хил, да? Себя ты хилишь? Всем спасибо за рейд, ребят, давайте бил. Ну вот. Там есть символ такой, короче. Когда хилишь кого-то, себя отхиливаешь. Ровный. Ну. На хантов делать, еще два ханта. Думаешь? Нам бы еще парочку Т4 и получить. Кому надо. Вдаларан.